Всем привет! Ага, вон английский. Всем привет! Мы сегодня открываем очередные аксессуары и игрушки из серии «Свинки Пеппы». Сегодня у нас игровой набор «Площадка с горкой». У нас недавно была какая-то площадка, теперь площадка с горкой. Ой, это вот это у нас. Угу. И второй – это у нас игровой набор «Морское приключение». Это кораблик «Свинки Пеппы». А еще у нас... Еще есть качели. Да, еще у нас есть качели. Но это то, что мы недавно открывали. Угу. Так, ну что, с чего будем начинать? С игровой площадки. Ну давай, давай тогда мы это давай пока отставим. Давай я чуть-чуть. Давай. Надрывай. О, выпал. Так, достали. Достали Пеппу. Подожди, давай все. Распакуем оставшуюся часть. Так, давай, показывай. В комплекте у нас идет вот такая свинка Пеппа с какой-то уточкой. Это у нас уже, наверное, шестая, седьмая или восьмая. Не знаю, очень много у нас этих свинок. Приветик. И дай-ка покажу. Давай я. Ну, покажи. И пониже. Во, и вот такой чудесный у нас наборчик. Игровой с горочкой. Наш наборчик вот так вот выглядит. Такая площадка с уточками, с скворечником каким-то, с горкой. Ну, прям как обычная детская площадка. Дерево, оградка. На оградке свинка Пеппа спит, кажется, да? Так. Вот такая вот площадочка. Я под... Да. Смотри, как она умеет. Ну, давай покажем, как она умеет. Оп, Моси вниз. И, наверное, и на попе еще, да, может? Давай на попе попробуем. Вау, и на попе классно катаем. Вставляем. Давай сюда. Да пусть на столе стоит. Ну ладно. И достаем нашего кораблика. Давай показываем сейчас. Ну, что его показывать? Давай его открывать. Давай. Сейчас тебе помогу начать чуть-чуть. Поднимай корабля. Кораблика, а я сейчас отцеплю. Ой. Наших героев. Значит, у нас кто в комплекте идет? Так, и в нашем комплекте у нас идет Джордж на подставке, Пеппа в спасательном жилете также на подставочке. А это кто такой? Дедушка Свин. Ага, это дедушка Свин. А я не знал, я думал, это моряк какой-то. Нет? Дедушка это Свин? Дедушка Свин, да. Понял. А, и у них еще есть посадочные места такие хорошие, чтобы держаться. Классно. Ну, это осталось. И вот наш кораблик какой. На кораблике разместились дедушка Свин, Пеппа. Джордж, Пеппа. У них у всех специальные, ой, посадочные места. Одна Пеппа убежала. Сидят они там плотно, не упадут. Только попс... Ой, дедушка Свин как-то не особо хорошо сидит. Может, его поглубже вставить надо? Во. Не вставляется. Так, и в гостях к этим свинкам пришла еще одна из нашей площадки. Значит, что у нас есть на кораблике? На кораблике у нас... Это что такое? Колокол какой-то. Дзинь-дзинь. Дзинь-дзинь, звоночек, да. Ведерко. Рычажок переключения хода вперед-назад, видимо. Пиратский флаг. Что еще? И якорь. Ничего не разбирается. Это не крутится. То есть достаточно простая лодочка. Вот, очки. Вот такая. И вот они, посадочные места, где все это. Все они сидят крепко. Он говорит, все на бол. Вообще крепко сидит. Говорит, все на бол. Да, все на борт он кричит, точно. Ну, вот такая у нас сегодня лодочка и такая площадочка от свинки Пеппы. Всем пока! Подписывайся на мой канал. Не слезайся, пока! Ой, ну, всем пока. Ждите новых серий.